Ребята, я толкаю Босяру, смотрите, я толкаю его. Всем привет, с вами Никита, у нас сегодня танк арена Steel Battle. Давайте продолжим проходить уровни. Заодно, быть может, какой-то будет новый босс. Я смотрю, я наконец-то могу немного качнуть Морока. Сейчас немного его раскачаем. Будет самый топовый танчик у меня. Так, все. Стало 700, у нас 59 по урону. Отлично, Морока немного прокачали. 759 по урону, ну что, погнали. Так, и смотрим, у нас, ребята, 36 уровень, и там будет какой-то босяра. Ну что, погнали. Надо, правда, еще до этого уровня нам добраться. Так, гоу вперед. Поехали, смотрим, насколько настал Морок. 759. Знать это, наверное. Наверное, он приближается к тому танчику. Как у нас там? Е100. Вафентраген, да, по-моему, самый мощный. Так, ну ладно, пока. Пока давай. Пока мне надо сколько? 18 танков, ребята. 18 танков надо вынести. Спокойно, у меня уже у Морока тут ничего не осталось по жизнякам. Еще, смотрите, еще этот дрон. Как мне его проехать? О, проехал. Так, танчики. Ё-моё, я не пройду. С таким успехом я не пройду. 6 только, ё-моё, только 6. И смотрите, я не... и все равно ракетки долетают. И танки бронированные. Посмотри, он... Да ладно, что происходит. Я даже никому никакой урона особо не наношу. Короче, я, наверное, сильно на Морока поставил. Я не хочу вперед ехать, меня там сейчас вынесут. Мост. Ага. Тут еще эти штуки стоят на мосту. Не, да я никуда не дойду точно таким. С таким танчиком, ё-моё, видите, еще там танки стоят, которые, кстати, не считаются. Не считаются за сбитых. Да, это жесть. Походу дальше. Дальше мы не дойдем. Надо брать танчик, там есть хотя бы силовой щит. Ну давай, ладно, в принципе 10. Ё-моё, все равно ракетки долетают. Вот есть танчики, которые просто валят. Смотри, они просто прямо стреляют. 12. И по-моему Морок, кстати, ребята, по-моему Морок стал быстрее. Вот как мне к этому танчику подъехать, смотри. О, а не добрался. Ну давай. Я просто боюсь высовываться. Ну и все, и полетели в меня стрелы, копья. Что он там? Ё-моё, смотри, он еще и стреляет, да еще и стрела сверху летит. Да ладно, вынес его, но у меня жизни тут буквально копейки остаются. И еще надо 5 танчиков, это жесть. 5 танчиков, которые при этом все равно попадают. О, перелетел даже. Да ладно, он подлечился. Танчик лечился. Еще, ребята, 4 танчика. Не, ну Морок реально быстрее стал. Или он был такой быстрый? Так. Вы говорили, надо стоять. Пробую стоять. Да ладно. Уходим, уходим, уходим. Жесть. Все, я такой здесь буду стоять. Так, 3 танка. Капец, 3 танка остается. Обидно будет проиграть. Потихоньку, потихоньку, потихоньку отступаем. Так, ребята, 2 танка. Давай, 2 танка. Где он? Ну, у Морока и скорострельность стала нормальная. Да ладно, у меня последние. У меня сколько? Ну, у меня один раз, да? В меня попасть и все. И Морока нет. Так, да, повыше поднимем. Ой-ой-ой-ой, отходи, Морок. Капец, это жесть. Давай, все, стоим здесь. Да ладно, еле прошел. Просто еле прошел. Надо, короче, мне танчик. Давайте поменяем, наверное, танк. Все-таки Морок слабоват. По-моему, вот это классно. У нас Дора. Классный танчик Дора тем, что там есть этот силовой щит. Я думаю, меня этот силовой щит хотя бы будет хоть как-то защищать в эти моменты, когда тебя просто мочат танчики. Так, вот смотрите, я его поставил. Ну и тут 758, знаете, даже по урону то же самое. Лучше бы, конечно, Дору прокачать. Вы видели, что танк только что сделал, восстановился. Такие танчики очень опасные. И надо смотреть, сколько уничтожить танчиков. 22. Ну это жесть. Это, конечно, полная жесть. Не знаю, что делают разработчики. То есть это все, это, наверное, мой максимум. Дальше я уже не найду, не доеду на таких слабых танках.
Так, ну что, остаются последние танки, в принципе. Нормально, Дора получше. Получше Морока. Ой, ё-моё, мне казалось, я танчик этого сбил. Не заметил, под колесом у себя. Так, Дора, да, Дора получше, ребята. Можно уже и на рожон лезть. Фу, прошел. Ну, 22 танка это много. Учитывая, что у меня слабый танчик. Так, ну мы идем дальше. Предпоследний уровень. И здесь сколько? 23 танка. Ну это вообще таз. Не знаю. Буду тоже тогда. Тогда тоже, ребята, ускоряемся. Потому что дальше будет, я так понимаю, в следующем заходе будет сколько там? 25 танков? 24? Что ж там тогда за босс будет? Как мне его вынести? Так, ну что, какой-то здоровый танчик был. Опасно, было опасно, но прошли. Окей, ну что, ребята, босс, у нас дальше босяра. Поехали. Сколько здесь танков? 21, ну хоть поменьше. Потому что там все-таки будет еще босс. Ладно, давай тогда что? Опять ускоряемся, потому что локация та же самая. Танчики, видите, на нас нападают все то же самое. Я так научился более-менее этим силовым щитом управлять. И уже посмотрим, что там будет за босс. Какие-то вертушки. Что-то полетело, я слышу. Да, вот он, ребята, смотрите, вертолетик. Эй-эй-эй-эй-эй, да, я даже его не сбил. У меня силовой щит есть. Окей. Ё-моё. Как я его поздно, видно, заметил. Да, но здесь, по-моему, больше, да? Больше этих танчиков лезет. Еще, смотрите, дроны, вертолеты. Ну ладно, думаю, до босика я смогу дойти. Надо будет просто максимально попробовать оставить себе хпшки. И вот это очень неприятные танки, которые, смотрите, он сейчас будет лечиться. Смотри, полечился. Так, хорош, вынесли. Ну ладно, давай дальше, я думаю, сейчас продолжим уже с боссом. Последние два танка, я так понимаю. Да, ребят, последний танчик. И дальше должен появиться боссик. Подъезжаем к боссику. Мост. А, сейчас из базы будет выезжать босс, ребята, смотрите, точно. Да, появляется босяра. Ну-ка, это кто такой? А, так был такой, ребята, да, у нас танчик. Какой-то босс-краб. Дора против, ребята, босса. Против босса-краба. Ну что, я начинаю силовой щит включать. Так, силовой щит включил. Да, вот он, босяра. Ну я ему ничего не отнимаю. Очень мало отнимаю. Смотри, какие он кидает булыжники. С какой-то клешней. Что это за босс? Клешня? А там тупик. Нет, быстрее, силовой щит есть. Давай толкаем его. Ребята, я толкаю босяру. Смотрите, я толкаю его. Нет, надо отходить. Он меня этими камнями закидает. Да без вариантов. Какими-то мелкими булыжниками. Какой-то вообще копальчик. Кто это? Что это за танчик? О, хороший силовой щит включил. Да нет, не смогу. Увы, силовой щит слишком мало действует. Давай, Дора. Почти. Смотри, какие камни, да? Летят точно в цель. Увы, 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 ребята. Но босяра оказался слишком силен. А у меня слишком слабые танчики. Такая серия. Пишите в комментах, кто играет в танк Arena Steel Battle. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.